Он пережил войну, показал силу СССР канадцам, изобрел уникальную клюшку, а умер в нищете рядом с бездомными. Удивительная история советского хоккеиста с очень грустным финалом. Тема нового выпуска «Хоккей Хистори». Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а сейчас заводим хоккейную машину времени. Поехали! Год 1925. В апреле в Баден-Бадене состоялся международный турнир с участием 21 сильнейшего шахматиста мира, за исключением Хосе Рауля Капабланки и Эммануила Ласкера. Победу на турнире в Германии одержал Александр Алехин, набравший 16 очков. Однако в СССР не признали эту победу советской, так как шахматист к тому времени уже переехал на постоянное место жительства во Францию. Не обратили внимания на родине и на результат занявшего четвертое место Ефима Боголюбова, который грубо нарушил дисциплину, обязательную для каждого члена шахматной организации, дав согласие участвовать в турнире, прежде чем получил разрешение руководящих органов. В итоге первым выступлением советского шахматиста в международных соревнованиях за рубежом в СССР признали седьмое место Ильи Рабиновича. В мае вышел в свет первый номер газеты «Комсомольская правда», которая издается до сих пор. Уже спустя 3 месяца после первого выпуска было опубликовано постановление о работе комсомола в области печати, согласно которому была озвучена задача сделать из «Комсомольской правды» всесоюзную массовую газету. В 1990 году «Комсомольская правда» стала ежедневной газетой с самым большим в мире тиражом — 22 миллиона 370 тысяч экземпляров. В июне в Париже оркестром под управлением Сержа Кусевицкого была впервые исполнена вторая симфония Сергея Прокофьева. После премьеры Прокофьев сказал, что ни он, ни публика не поняли произведения. Он писал: «Так намудрил, что и сам, слушая, не всюду до сути добрался. С других же нечего и требовать». Позже Сергей Сергеевич признавался, что эта симфония впервые в жизни заставила его усомниться в своих композиторских способностях. Вторая симфония до сих пор остается одним из наименее исполняемых произведений Прокофьева. В декабре состоялась премьера немого исторического художественного фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Действие картины происходит в июне 1905 года в Российской империи, где матросы одного из броненосцев Черноморского флота, стоящего на рейде Одессы, взбунтовались из-за того, что их пытались накормить червивым мясом. Зачинщиков бунта приговорили к расстрелу, однако во время исполнения казни остальные матросы бросились им на выручку. Неоднократно в разные годы эта киноэпопея признавалась лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики. В июле того же 1925 года в Москве родился Владимир Елизаров. О детстве будущего 4-кратного чемпиона СССР и чемпиона Европы известно совсем немного. Встречается лишь информация, что спортом он увлекся еще до Великой Отечественной войны. С 1937 года играл в футбол и хоккей с мячом в добровольном спортивном обществе «Молот». Дальше была война, а уже после нее Елизаров выступал за московский «Буревестник» и «Локомотив», совмещая два хоккея – с шайбой и мячом. В 1949 году Владимир перебрался в ЦДКА, к двум спортивным дисциплинам добавилась третья – футбол. Для середины прошлого века такой универсализм был делом обычным, но через несколько лет Елизарову все-таки пришлось сделать выбор. Он выбрал хоккей с шайбой. В новом для страны виде спорта Владимир добился очень серьезных успехов. 4 золота и 3 серебра чемпионатов СССР, золото и серебро чемпионата Европы, Кубок Советского Союза. Отдельная яркая строчка в его биографии – конец 1957 года. Тогда Федерация хоккея СССР получила предложение собрать лучших игроков страны в одну команду и провести серию игр в Канаде против родоначальников хоккея. Советские чиновники без раздумий согласились и принялись формировать состав, который будет представлять Советский Союз в самых важных на тот момент матчах в истории нашего хоккея. Елизаров уже имел опыт выступления в составе национальной команды, поэтому он был включен в общий список. Хотя поначалу тренерский совет относился к его кандидатуре весьма скептически и ссылался на низкую результативность форварда, а также невыдающиеся физические данные. Но несмотря на скромные габариты, Елизаров всегда отличался на площадке бесстрашием и максимальной самоотдачей, нивелируя ими свои недостатки в силе и мощи. Это был необычайно юркий, ловкий и быстрый, хитрющий игрок с прекрасной реакцией. Действия Володи отличались обычно неожиданностью решений и большой выдумкой. Он был фанатиком хоккея. Предполагаю, что его скорость связана не с особыми физическими качествами, а только с весом, Елизаров, выигрывая граммы, обрезал себе щитки, подрезал подошвы, играл, разумеется, без шлема. Он умудрялся перед выходом на поле как-то незаметно сбрасывать с плеч даже наплечники. В Канаде несколько раз были такие моменты, когда защитники, стараясь припечатать его к борту и разогнавшись, врезались в борт, а Володя мчался дальше, как ни в чем не бывало. После окончания турне канадцы признавались, что наиболее неприятным и трудным игроком был для них
имени Елизара, рассказывал великий Анатолий Тарасов. В Канаде наспех собранная сборная СССР провела 8 матчей против любительских команд и одержала 5 побед при 2 поражениях и 1 ничьей. Результат достойный, но начиналось все не слишком благополучно. В первой встрече советская команда была разгромлена со счетом 2-7. Исторический перелом произошел во втором матче. Проигрывая по ходу встречи 0-2 и 2-5, наши сумели совершить красивый камбэк и свести все к ничьей. А в третьей игре советская сборная одержала первую победу в том турне и обыграла соперника со счетом 7-4. Елизаров набрал 3 очка и стал одним из главных героев той встречи. В оставшихся 5 матчах сборная СССР одержала 4 победы, а Владимир отметился 3 заброшенными шайбами и 1 голевой передачей, полностью оправдав доверие руководства национальной команды. Но от событий приятных переходим к истории грустной. Однажды хоккей довел Елизарова до тяжелой болезни. Глупейшая история. Мы прилетели в Новосибирск, играли, естественно, под открытым небом. Для матчей лед заливала спецбригада, а нам ведь еще тренироваться надо. Тарасов знал прекрасно, что мы с Колей Карповым в команде считались лучшими ледоварами. Вот мы с ним и промучились почти всю ночь, пока лед покатил. Промерзли и простудились. Я прошел обследование, мама родная, туберкулез. Тарасов, как услышал, из команды меня отчислил. Дилемма: или комиссоваться, или плюнуть на болезнь, попросту скрыть и попытаться устроиться в каком-нибудь другом армейском клубе. Вот и кинулся я обратно в Бенди, с которого и начинал в спорте, рассказывал сам Владимир. Играя в русский хоккей, нападающий продолжал лечение от неприятного недуга, но полностью выздороветь так и не смог. Частично поправив здоровье, он решил поговорить с Тарасовым и попроситься обратно в ЦСКА. Главный тренер сильнейшей командой страны не горел желанием рисковать и возвращать больного хоккеиста, чтобы не иметь больших проблем в случае возможной трагедии. В итоге Тарасов заставил Елизарова написать расписку. Так карьера 4-кратного чемпиона СССР продолжилась, даже несмотря на серьезную болезнь. Владимир играл в хоккей до 1959 года, позже работал тренером, но в хоккейном сообществе запомнился далеко не этим. Вы удивитесь, Елизаров прославился в качестве изобретателя, который раз за разом пытался совершить мини-революцию в любимом виде спорта. Например, в 1950-х годах он смастерил специальные крылышки для лези и коньков, которые служили дополнительной опорой. Владимир пытался рассказать о новинке начальству и прорекламировать ее среди хоккеистов, но никто не поверил в изобретение нападающего ЦДКА. По рассказам самого Елизарова, его разработка заинтересовала канадцев, но он отказался продавать ее за рубеж. Одной из самых оригинальных разработок нашего героя стала клюшка с двойным изгибом. Иметь 2 крюка правилами было не запрещено, поэтому такое нововведение вполне могло иметь спрос. Елизаров подготовил все документы, оформил патент, но запустить производство столь инновационного предмета амуниции не рискнул никто. Хотя такой клюшкой даже успели забить гол в официальном матче. Отличился Вячеслав Анисин. Увы, финал этой истории получился слишком грустным. В последние годы жизни Владимир страдал от болезни Альцгеймера, его дочь училась в Америке, поэтому Елизаров остался в Москве совсем один. Из-за болезни он продал все вещи, которые были в доме, и фактически жил в нищете. А вскоре и вовсе пропал. Его нашли на Казанском вокзале рядом с бездомными. С ними Елизаров выпивал. В 2000 году, в возрасте 75 лет, прославленный нападающий скончался. На сегодня это все. Совсем скоро мы расскажем вам новые истории о людях, которые прославляли советский хоккей на весь мир. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться на канал, позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. А еще помните, историю не стоит переписывать, лучше ее пересматривать. Пока!